В дома Заволжского района Твери вернулось электричество после длительного аварийного отключения. 9 августа днем на электроподстанции «Северная», принадлежащая ПАО «Россети», что расположено на улице Цветочной, произошло возгорание кабельного сооружения, где сосредоточены силовые и контрольные кабели. Клубы дыма заметили жители микрорайона Радужный и забили тревогу. В результате технологического нарушения часть потребителей Заволжья была отключена от электроснабжения. Специалисты сразу же приступили к ремонтным работам. Кроме того, прокуратурой Заволжского района организована проверка по факту произошедшего. По сообщению пресс-службы ведомства, по предварительным данным, от электроснабжения были отключены более 1100 домов частного сектора, 322 многоквартирных дома и 23 социальных объекта. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении, в том числе сроков устранения аварий на сетях. Причины возгорания в кабельном сооружении выясняются. На объекте работает комиссия. Поздно вечером 9 августа подстанция «Северная» была введена в работу. 10 августа в домах Заволжья, отключенных от электроснабжения из-за ремонта, вновь появилось электричество.